Для начала поддеваем переднюю панель корпуса плоским неметаллическим инструментом. Делаем это очень аккуратно по периметру корпуса, чтобы не повредить панель. Панель отщелкивается с характерным звуком. Все, передняя панель снята. Если у вас разбито стекло, передняя панель может меняться как в сборе с клавиатурой, как в нашем случае, так и отдельно без клавиатуры. Замене клавиатуры посвящен отдельный ролик «Замена клавиатуры Nokia 7500». Новая панель прикладывается к корпусу телефона и аккуратно защелкивается. Панель заменена.